Всем бум, дорогие друзья, с вами Коннор, и сегодня я буду играть в игру Звездные войны Арена Силы. Это уже четвертая часть, по-моему. Ну, вроде да, четвертая. Я за место Дарта Вейдера поставил доктора Клиника. Я сейчас открывал ежедневный этот... Как его? Наборчик с карточками, и мне выпал Кайло Рен. Я его, пожалуй, прокачаю. Интересно, кстати, кто же сильнее будет? Так. 86, 123, 1037. Кайло Рен будет сильнее. Давайте-ка его возьмем, что ли? Я не знаю. Тот посильнее будет. Вот. Вот такие вот у меня карточки у темной стороны. У светлой стороны тоже там карты хорошие, но я с этой стороны что-то... Ну, играю, конечно, но что-то... А, надо улучшить карточку тоже. Так, ну... А, мне, кстати, Рэй выпало, смотрите-ка. Мне выпала Рэй. И давайте-ка я ее за место Люка Скайуокера поставлю, потому что это реально круто, у них приз Рэй. Это... Я вот прямо вот сейчас открывал наборчик, и мне выпал и Кайло Рен, и Рэй. Все, мне больше никто не выпал. Вот, Рэй. И кто же сильнее? 76, 123, 1050, 71, 128, 1232. Люк будет посильнее, но Рай тоже сильнее. Хорошо. Давайте-ка зайдем в награды. И давайте-ка откроем серебряный набор. Дюнушки. Так, чтобы мы их пустыни. Штурмовики охраны порядка. Имперские летающие штурмовики. Легкий транспортник. И светошумовая граната. И еще вот бесплатные есть. Так, фигня. О, вот это вот хорошая карточка. О, о. Крутые карты выпали. Угу. Ну, фигня, на самом деле, выпала. Ну ладно. Давайте-ка разблокируем бронзовый. Так, колода. Что тут у нас? Надо тут улучшить вот этого. В смысле, я им что, разве пользуюсь? Да. А тут у меня вот эти. Надо вместо вот этих... Так, тут надо вообще все поменять. Надо еще и улучшить. Так. Блин, столько карт. Надо за место вот этих полицейских поставить вот такие. А за место вот таких поставить... Блин, а на самом деле я даже не знаю, кого поставить. Так, вот, вот кто сильнее будет? 26, 50, 142 и 4 юнита. А клоны? Серьезно? Ну, погоди-ка. 50, 26, 142, 46, 42, 167. Вот, я не знаю, повстанцы был посильнее, конечно. Пусть будут тогда повстанцы. Хорошо, хорошо, так, а тут? Ну, тогда, я не знаю, я вот тогда за место той карточки вот эту поставлю, тут у нас. А, вот.
Вот мне Рэй выпала, и у меня нет ее вот этой. У меня нет вот уникальной ее карточки. Надо будет ее как-то потом получить когда-нибудь. У меня просто нет этой уникальной карточки. Ой, нет. Так. Ну, в принципе, давайте-ка вот клонов возьмем. Они, мне кажется, должны быть покруче. Я вот хотела еще вот это взять, но пока не буду. Я думаю, надо сегодня будет за светлую сторону сыграть, потому что я за нее вообще редко играю, на самом деле. Я обычно играю за темную сторону. Так. Получить. Отлично. Что тут у нас в гильдии? Ого, тут. Короче говоря, я потратил почти все кристаллы. Сейчас у меня их 83. Ой, 86 точнее. Я открыл карточки Кайлорена. Он у меня теперь 3 уровня. И Вейдер 2 уровня. А сейчас дрался и получил платиновый набор. Это очень круто. Кстати, 7-я сестра тащит. Кайлорен вообще крутой. Я тут всех заваливаю. Конечно, он не в сети, но я отвечу. Круто. Давайте я отправлю золотому к ней S-карточки. Так. И возьму что-нибудь себе. Я на самом деле даже не знаю, кого попросить такую карточку. Ну, давайте-ка я попрошу вот, вот этих. Так, мы выполнили еще 2 задания. Сейчас будем уже воевать. Битва. А, погодите, в магазин надо зайти. Вот смотрите, вот видите, скидка 42% на набор Кайлорена и Рэй, но у меня эти карточки уже есть. Они мне, в принципе, не нужны, эти наборчики. Хотя там есть много других карточек, но все же. Вот тут, вот, смотрите, друзья, есть, короче, вот нажимаете на карты, и тут можно покупать карточки. Советую их покупать, чтобы улучшать карточки. С каждым рангом будет все больше разблокировка. Будет все больше. То есть вот у меня 4-й ранг. Потом на 5-м я смогу открывать редкие, невероятные. На 8-м невероятные и уникальные. На 10-м уникальные, легендарные. А на 12-м легендарные. Вот так. Сейчас улучшу опять карточки. Я все... Я, блин, можно сказать... Если округлить, то я примерно 10 минут потратил на то, что я тут с картами разбираюсь. Ну, извините, я просто не виноват, что у меня так много чего надо улучшить. Очень много карт просто я улучшаю постоянно все. Просто потом мало ли придется использовать. Они, может быть, кстати, потом будут сильными карточками. Вот так. Ладно, давайте-ка возьмем Рэй. Попробуем поиграть за нее. Посмотрим, получится ли. Да, у меня вот с этой стороны я вообще мало играл. Первый ранг со второй звездочкой. Ну, в бой. Лесная луна Эндора. Кстати, хочу сказать спасибо вам. О, мы будем драться против Боба Фетта. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы в прошлом видео, ну, последнее видео было Dead Trigger 2, часть, какая там, блин, не помню, по-моему, 4-я, да, 4-я, Dead Trigger 2, часть 4, мы набрали на том видео, прикиньте, целых 7 лайков, понимаете, 7 лайков мы набрали там, и
Я за это хочу вам сказать большое спасибо, потому что если бы не ваши лайки, я бы не был так рад, потому что я реально хочу вам сказать спасибо. Спасибо вот вам за это. Блин, наш танк, думаю, выживет. Нет, он уже не выживет, все. Уже не выживет. Тихо, тихо, не бей, не бей меня. Я, блин, джедай, ты никто. Так что вали отсюда. Я его убил, отлично. Я, конечно, далеко не мастер в этой игре, но играть умею. Я со звуком играю, но если что, ну, вы, думаю, слышите песенки из «Звездных войн» играют. О, нет, телефон залагал. Но... Извините. Блин, меня убили из-за того, что меня залагало, меня убили, да что ж такое. Ладно, ничего, мы справимся. Я в это верю. Надо танк активировать. Давай, в атаку. Мне вот у светлой стороны танк нравится, он очень сильный, он намного мощнее, чем у темной стороны. У темной стороны танк, знаете, так себе. А вот у светлой стороны очень мощный танк, блин. Мне порой кажется, что светлая сторона намного мощнее, чем темная. Мне иногда так кажется. Может быть, кстати, так и есть. Блин, там дает. Ладно, его турельку убьет, думаю. Да, турель убила. О, нет. Отступаем. Блин, я не успел. Ладно, у меня там много клонов, моих солдат, они, думаю, да, они его убили, слава богу. Так, идем. О, неплохо играем, слушай, вообще. Так, я думаю, надо танчик поставить. А теперь мы выживем, реально, мы выживем. Я верю в это, блин, там опять кто-то идет с той стороны, ну ладно, пофиг. Я выживу, думаю. Надо, короче, количеством это убивать. Вот, если у вас есть карты с количеством, вот всегда играйте картами, где юнитов много. Там, например, вот 5 юнитов, 4 юнита используйте. Главное, чтобы еще карточка была сильная там по характеристикам. Ой, блин, я не... Прикиньте, я, короче... Я угораю сейчас. Я выиграла, я такой типа злюсь. Я выиграл, я хотел проиграть. Я не туда нажал. Ладно, пофиг, мы же выиграли все равно. Ой. О, повышение категории. Ура, первый ранг с третьей звездочкой. Круто. Мы выполнили задание. Задание. О, светлая сторона. Какое следующее задание? О, отлично. Пожалуйста, что-то хорошее выпадет. Пожалуйста. Да, мы можем прокачать легкий танк. Ура. Так, получить награду. Великая армия. Уничтожьте турели или генераторы щита с колодой светлой стороны. В матчах за ранг 1 на 1 или 2. Ну, 2 на 2 или 1 на 1. Ой, неплохо. Давайте-ка прокачаем. Блин, а Рай, кстати, не знаю. Знаете, реально крутая карточка. Хоть она и мусорщица, но... Ну, в фильме она мусорщица, потом она джедай, и тут она джедай тоже. Ну да. Все, мы прокачали легкий танк, и можно идти в бой. Да. Знаете, я думаю, что на этом видео мы... Наберем даже больше 5 лайков, ну 7, может быть, даже опять наберем. Так что давайте наберем на этом видео 5 лайков, и я выпущу новое видео. Да.
Так что, если хотите видеть новое видео на моем канале, я теперь буду говорить. 5 лайков, новое видео. Все. Потому что вам легко просто нажали на лайк и все. А мне будет очень приятно. Вам будет легко и просто, а мне будет очень приятно. Так что не поленитесь, поставьте лайк. Да. Потому что это очень легко. Сейчас мы гриву садим. О, мы его убили. Неплохо. Но у нас было много карточек, поэтому мы его не убили. Блин, он опять тут. Мне кажется, знаете, мы в этом бою умрем. Потому что мне так кажется, что мы умрем. Блин, ну почему Рай просто стоит и меня еще лагает? Вы бы видели, видите, сколько у него этих карточек, количество убивает. Блин. Так. Вот сейчас заспаунюсь, меня сразу же убьет. Вы понимаете? Хоть танк поставить, блин. Блин, опять меня убили. Жесткая битва, блин. Капец вообще. Да. Но это было очень трудно. Ну да. Ладно, сейчас еще сыграем бой, может быть даже выиграем. Но я думаю, что если мы сейчас сыграем еще бой, я думаю, что мы выиграем. Я просто не знаю, у меня залагало, и там он, короче, столько. У меня лагало из-за того, что там было очень много юнитов. Он просто количеством меня выиграл. Да. Вот в этом вот и есть соль, понимаете? Просто карточек очень много делаете там. Ставите на поле, если там еще юнитов много, это вообще очень легкая победа будет. Но я тоже такой пользуюсь иногда штукой, но меня иногда из-за этого очень сильно лагает. Ну, потому что очень много всяких карточек находится в битве. Так. Уйдите. Я сейчас поставлю вам тут. А вы это... Так, в бой! Давай! Танк. Что-то бьет? Ага, нормально. Он его бьет. Давай, танк. В бой. Клоны, давай, 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 иди. Так. Блин. Нет, 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 не надо. Я буду отражать, как смогу, конечно. Но я долго не продержусь так. Так, срочно, срочно надо за жизнь. Так, аптечка, все. Смотрите, сейчас, короче, танк поставим. Вот теперь мы точно выиграем. Если поставим танк, это все, спасибо. Понимаете, танк, он тут очень крутой. Блин, я думаю, надо подмогу. Блин, что происходит? Меня сейчас убьют. О, нормально, нормально. Нормально все. Так, пойду за жизнью схожу. Подлечиться надо просто. Блин, капец тут вообще. Еще танк. Отступаем! Отступаем срочно! Блин, жестко! Это правда жестко. Отлично. Я еще и клоном высадил. Вообще идеально, знаете. Во-во-во, смотрите, какая огромная армия идет. Неплохо, неплохо.
Мы вообще отлично все делаем, нормально. Еще и танк вообще, он там в офиге, по-любому. Вот круто то, что джедаи могут отражать атаку своим световым мечом. Потому что им это тоже наносится урон, но те пули, которые джедаи отражают, они летят в противника. Давайте еще танк поставим. О, вот это вообще. О, неплохо. Давай ломаем, ломаем. Мы уже выиграли. Знаете, мы уже выиграли. Это наша победа. Все. Вообще, мы его в сухую сделали. Отличная работа. Снимаем, мы уже 20 минут, извините, но битва была жесткая вообще. Но она была очень крутая. Мне понравилось, блин. Ой, вот что меня реально спасло в этом бою, это то, что вот именно вот карточка легкий танк с этой стороны, вот она реально мне помогла. Эта карточка. Если бы я ее с собой не взял, я бы, наверное, не смог бы выиграть. Ну, я думаю, на этом можно и закончить. Подпишитесь, кстати, на мою группу ВКонтакте, на официальную группу мистера Коннора. Туда я выкладываю всякие записи и тому подобное. Ну, записи выкладываю чаще всего. Ну, хочу еще сказать, забыл сказать. Если, на канале, короче, как вам это лучше сказать? Золотой Кремень S не выкладывает видео, это вы, наверное, уже знаете. Он не выкладывает видео из-за того, что он сильно заболел. Его есть шанс того, что его могут положить в больницу, потому что он очень сильно заболел. Так что вы не думайте, он не забрасывает канал, он просто заболелся. Но у него такое состояние, он пока не может выкладывать видео. Ну, я не болею, я вот могу выкладывать, в принципе, да. Ссылочку на группу оставлю в описании, на свой контакт, на свой ВК оставлю ссылочку в описании. Ну, вот. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Добавляйте подписчики. Всем желаю удачи и пока. Пока-пока.